Часом російська ФСБ нібито врятувала пропагандисток Маргариту Симонян і Ксенію Собчак. На них, заявляють кремлівські пропагандисти, нібито готували замах українські спецслужби. А точніше, далі цитата, неонацисти з угруповання «Параграф 88». Сімох людей затримали в Москві та Рязанській області. У них вилучили автомат Калашникова з набоями, гумові кийки, ножі, касети і наручники. У ФСБ кажуть, що затриманих нібито обіцяли винагороду в розмірі 1,5 мільйона рублів за кожне убивство. А зловили їх, коли вони начебто здійснювали розвідку за адресами роботи та проживання Симонян і Собчак. Підозрюваних вже відправили у СІЗО до 14 вересня і звинуватили вже навіть у хуліганстві, а не замаху на вбивство. Четверо заарештованих – це неповнолітні. Про цю тему поговоримо далі. Тимур Олевський доєднується до нашого ефіру. Це шеф-редактор ньюзрума The Insider. Вітання вам, доброї ночі, пане Тимуре. Доброї ночі. Вітання вам, доброї ночі. Яка ваша думка стосовно того, чому саме ці дві особи зараз є в такому обговоренні і чому саме на Симонян та на Собчак нібито українські спецслужби могли вчинити цей замах? Як ви думаєте, з чим це пов'язано? Но я не могу придумать, зачем украинским спецслужбам покушаться на Собчак, при всем уважении. Поэтому это выглядит как спецоперация какая-то, ФСБ, честно говоря. Зачем покушаться на Симонян, я могу себе представить. Но еще больше могу себе представить, что Симонян выиграет перед Путиным от того, что на нее сейчас было совершено якобы покушение, когда это ему доложат. Потому что к Симонян есть вопросики про день мятежа Пригожина, когда вместо того, чтобы защищать Путина всеми силами, она, как она потом рассказала, уехала на теплоходе кататься, а практически просто залезла от страха под кровать и ничего не печатала. Смотрела, чем дело кончится. Те, кто смотрит, чем дело кончится, сейчас должны, по идее, не просто доказывать свою лояльность, а совершать какие-то сверхординарные действия, вот вполне возможно, что с Симонян такая история произошла. Тут надо сказать, что если это действительно разводка такая ФСБшная, то элегантность, с которой они поставили рядом Собчак и Симонян, она удивляет, потому что ну, как бы для Собчак это очень плохо. Она меньше всего хотела бы и никогда не дистанцировала. Ну, она от Симонян она дистанцировалась, хотя ее и называют пропагандистом. Но она, по сути, конечно, является пропагандистом. Тут ничего не скажешь. Но она не такая, далеко не такая кровожадная. И она точно совершенно не выступает с позиции «она за войну», а наоборот. И поэтому ее просто замазали заодно. Мне кажется, при этом так круто, что чтобы ей объяснить, что она не Симонян, ей придется еще попотеть. Тут еще есть один нюанс. Это, конечно, то, как задержали этих людей и кто эти люди. Дело в том, что неонацистское подполье, так называемое российское, давно уже глубоко закатанная в асфальт ФСБшная история, потому что всевозможными людьми правого и левого тоже толка, которые способны совершить хоть что-нибудь, хотя бы просто собраться вместе, чтобы поучиться ножевому бою. Не знаю. ФСБ занимается в России множество лет, их либо уничтожают, либо сажают в тюрьмы, ну, уничтожают, ну и уничтожают тоже, сажают в тюрьмы по провокационным всевозможным делам, либо внедряют туда своих ФСБшных агентов. А таких дел полно было до войны, и всерьез говорить в России о подполье нельзя, но так, мне кажется, как об очень организованном чем-то. Все подполье, которое было, так или иначе, либо пошло воевать за Украину, либо пошло воевать за Путина. Но тут есть один нюанс. Вот с этими детьми, это уже второй случай подряд, то на Соловьева покушались, 5-6 неонацистов, то вот на этих тоже 6 неонацистов. И тоже опять дети, потому что я вам объясню, почему дети. Потому что дети – дети. И они, несмотря на то, что они все из себя страшные неонацисты, они простые, как 2 копейки, и чатами пользоваться не умеют. Поэтому туда внедрить человека, который проверит, что они пишут, и как только они написали, достаточно схватить их и избить. Потом замазать щеки от синяков и показать партии, как было, судя по всему, вот конкретно с этими людьми, очень несложно. И самое главное, почему неонацисты? Дело в том, что ведь, как вы знаете, Россия воюет в Украине с нацистами,
значит, покушаться на Симонян должны, конечно же, нацисты. А поскольку нацистов найти непросто, но нужно, ну как найти? Найти как раз, на самом деле, наверное, просто каких-нибудь ребят, которые, я не знаю, ходили в какой-то правой идеологии. Но обязательно нужно найти их. Ну и найти их несложно в смысле того, что они, поскольку они и так себе, конечно, конспирологи и конспираторы, они очень легко попадаются на всякие ФСБшные разводки. Вот единственное, что можно сказать, потому что мы видим сейчас шестерых человек, которых точно пытали. Мы даже знаем, что их пытали, потому что между их арестом и сообщением об их аресте прошло полтора дня. За это время, в общем, можно совершить довольно много всего такого, чтобы человек признался в чем угодно. Во-вторых, ну там, собственно, их соратники говорят, что их били током и одному сломали руку. Судя по всему, это правда, потому что у одного из людей, который был на записи как раз, у него опухшая рука, и он побит. И самое смешное, что он уже причесанный и накрашенный выступает перед камерой Russia Today, а ФСБ сами опубликовали видео их допроса и ареста, где этот же человек рассказывает тот же текст, только он, задыхаясь, это говорит, и очевидно совершенно, что его только что пытали. Они просто не... И, конечно, он не в той белой чистой футболке с надписью своей организации, но вы представляете себе конспиратора, неонациста, который ходит на задание в футболке, где написано «Я» и дальше название организации. Да? Вот. Там он, конечно, в обычной своей одежде, в которую он ходит повседневно, избитый, и видно, что ему очень плохо. Поэтому я единственное, что хочу сказать по этому поводу, кроме того, что Симонян хочется отмазаться перед Путиным, что, конечно, ее ни в коем случае не должны никто убить до окончания войны. Она и никакие покушения на нее совершены быть не должны. Потому что Симонян, конечно, должна быть повешена по решению суда за военные преступления, которые она совершила. Вот. А Ксения Собчак может в этот момент возле этой виселицы рассказывать о том, что она всегда была против терактов и наверняка против смертной казни тоже. Вот такая, мне кажется, им должна быть уготована судьба. Тимур, тут справа в тому, ми розуміємо, на що ви натякаєте, що це може бути абсолютно постановка, але от логічне запитання, люди, які намагаються заробити якісь відсотки для, можливо, своєї героїзації, так, там, Симонян, Собчак, вони для того мають бути також достатньо популярні серед... Ну, в такому медійному просторі. Популярність Собчак і Симонян, їх можна якось порівняти для медійного простору Російської Федерації? Я думаю, Симонян більше. Типу Собчак як би для умних, блогер для умних. Ну, по сравнению з Симонян. Симонян, вона просто не вилізає з всіх утюгів. І... Ну, по-перше, Собчак не в Росії знаходиться. Ну, так. Просто, ні, що, ну, там... Собчак в Росії знаходиться. Зараз в Росії? Ну да, Собчак, во-первых, вернулась в Россию. Собчак в начале войны уехала, и действительно было ощущение, что она против и активно это делает против. Вот она у нее вызывает отвращение война и прочее, прочее. Потом, поскольку все-таки у нее довольно близкие отношения с Путиным, и главное, ну, в том смысле, что там семья все-таки укоренена очень в Россию, недвижимость, близкие люди, бизнес весь построен вокруг России и прочее, прочее. Мама сенатор, еще хоть уходящий, наверное, сенатор, но все еще сенатор. Хотя, кстати, единственный, кто там иногда, правду, матку режет до сих пор, такую неудобную для всех остальных, просто это уже ни на что не влияет. Она уехала и вернулась, я думаю, что ей порекомендовали вернуться, объяснили, что будет, чтобы она это сделала. Она вернулась, и она несколько интервью брала, которые видел я, она брала их больше, конечно, интервью. И там она, например, с Розенбаумом говоря, называла войну войной и прямо подводила его к мысли, что это ужасно и зачем это все. Понятное дело, что находясь в России, она это делала так, чтобы ее, ну, очень аккуратно, хоть все и было понятно. Ну, и он отвечал тоже очень аккуратно, и всем все было понятно. Но явно она не Симонян. Хотя, еще раз говорю, что в этой ситуации, которая сейчас происходит с войной, конечно, нет никаких полутонов, и тут единственный выход – это просто уехать, все бросить, назвать вещи своими именами, назвать Путина чудовищами, убийцей и прочее, прочее. Но она этого сделать не смогла. Но, тем не менее, она не Симонян, ни секунды. Симонян просто, она апологет этой войны. Она ее раздувала, придумывала, она наслаждается ею.
Конечно, Собчак ничего этого не делала. А вот что касается Симонян, то ее используют как агитатора войны. Она выступает как агитатор войны с первого дня. Но поскольку ее показывают по федеральным каналам каждый день почти, конечно, у нее, извините, я заканчиваю, да, у нее, конечно, популярность значительно больше. І ще про популярність одного явища в Росії. Мова йде про ПВК «Вагнер», тому що там дуже багато також різних пересувань, ідей. То вони в Білорусі, то вони знову в Москві, то вже лідери пригожинців зустрічаються з Путіним. Ну, власне, ви самі знаєте ці історії. Зараз вже і Державна прикордонна служба України підтверджує те, що пригожинці, найманці пригожинців, вони вже є в Білорусі. Однак напередодні ми чули, власне, інформацію від партизанського руху теж, про те, що деякі військові пригожинці, вони прибули до Москви для того, щоб передати свою зброю військовому Міністерству оборони Росії. Ну, власне, чи є це розділення самих пригожинців? Чи що відбувається? Що знаєте ви? Чи існує ще ПВК, ну, фактично? Ну, ми з вами бачимо рівно те, що ми бачимо. Але я думаю, що є дві картинки. Є реальність і є те, що потрібно показати людям, тому що Пригожин пообіцяв публично, что он отправится в Беларусь, а Путин это разрешил сделать. И все время спрашивают, а почему Пригожина нет в Беларуси? Пригожину наплевать на Беларусь, я думаю, единственное, для чего его могли туда отправить бы всерьез, это если бы они хотели попытаться ЧВК «Вагнер» открыть второй фронт сейчас на севере страны, на севере Украины, я имею в виду. Но, судя по всему, туда отправили какое-то количество людей для картинки, для того, чтобы показать, что вроде как обещание Путину выполнено, а все остальные остались в России и начнут выполнять какие-то задания. Я хочу еще раз обратить внимание, что ничего из того, что мы видим, на мой взгляд личный, не указывает нам на то, что Пригожин потерял что-то в своих правах в России или перестал существовать как субъект политический, скорее наоборот. Я могу предположить, что Путин перестал больше существовать как объект политический, чем Пригожин. Пригожин сохранил армию, Пригожин оставил ее в России и будет делать то, что ему скажут. Или сам Путин, или ГРУ, или они вместе. А Пригожин продолжает хранить и держать все те же активы, которые у него были за рубежом. И в России все об этом очень хорошо написал «Новая газета», сделав подробнейший разбор того, что сейчас происходит с Пригожиным. Пригожин только сильнее стал. Это все, что было, это, ну, то есть его выходка была публичной, а все договоренности политические им и Кремлем, там, с Сечиным и Путиным, условно говоря, они не публичные, но они не имеют никакого отношения к тому, что говорится вслух. Точно так же, как и медиа-империя Пригожина. Дело в том, что медиа-империя Пригожина не может закрыться. Она может придумать очередной троллинг, обман, в который мы должны с вами поверить, но мы не будем, потому что мы с вами умные люди. Потому что медиа-империя Пригожина – это подразделение ГРУ по дезинформации. Одна из составляющих гибридной войны, кстати, генерала Герасимова, который возглавляет сейчас Генштаб. Это военное подразделение, созданное из наемников, которых вытирают ноги так же, как и об обычных солдат, потому что их задача – выполнять задания офицеров и политического руководства страны, отвечающих за раздувание войны во всем мире. Вот и все. Они не могут перестать существовать и не перестанут. Как и Пригожин, не потерял ничего. Вот понимаете, вот кто угодно на его месте бы потерял жизнь, а Пригожин только приобрел. Разумело. Все остальные... Ну вот и все, собственно. И главное, чтобы они должны с вами помнить. Каждый раз, когда в следующий раз Пригожин будет говорить какие-то слова, которые нам с вами приятно услышать, потому что они нам с вами обещают дестабилизацию ситуации в России, окончание войны или какие-то вещи. Мы должны все время помнить, что он всегда врет, потому что это просто его образ ведения дел для достижения своих целей, его уникальный бизнес-механизм. Это вот у кого-то есть такое уникальное бизнес-предложение, у кого-то другое, у Пригожина врать. Это надо просто всегда иметь в виду. Зрозуміло. Тимур, ми вам дякуємо так за ці роз'яснення. Тимур Олевський, шеф-редактор Ньюзрому «The Insider». Ну, як завжди, гостро і цікаво. Дякуємо вам ще раз.